Итак, приключение началось. Мы пробили колесо. Прекрасно. Мама, где твой энтузиазм? Да уж, энтузиазм. Сейчас будем останавливать кого-то, чтобы нам помогали. Останавливайтесь, нам нужна помощь. У нас есть запаска. Нужно научиться ее... Какой плохой дядька-то? Так, а ну иди оттуда, посмотри, меня видно хорошо? Откуда? Ну, оттуда, откуда они едут. Нет, на тебя надо светить. Вот свети на меня оттуда, когда... Я советую закрыть багажник, тогда тебе будет видно лучше. Да? Да. Да? Да. И я советую тебе махать фонариком. Да. Потому что тут мост. Где? Вот это мост. А, да? Вау. Вот наше колесо. Что? Сколько нам до Черкас километров? До Черкас много, сейчас скажу. Еще 102 км. Класс. Да мы сейчас остановим кого-то. Вон та же яма, слышала? Да. Тупо ровная дорога, равнюсенькая. И одна яма. Так, как раз в центре. Меня, давай, вот оттуда. Я хочу взять себе олимпийку и дать тебе. Да подожди, едет машина, может сейчас станет. Машина! Может, блин, но если фонариком он ослепнет, да? Не, не надо в глаза, непонятно, проедет кто. У нас есть запаска, все нормально, диск вроде целый. Вроде целый. Пожалуйста, остановитесь. Мы вас просим. Я хочу домой. Пожалуйста. Пожалуйста. Да ладно. У меня большую машину. Я сейчас остановлю. Мама, раздевайся. Это что-то очень большое едет. Нет, а это фура, наверное. Это фура, да. Вообще дальнобойщики добрые. Но не этот. АТБ Маркет. Да что? Серьезно? Да ладно? Да ладно? Боже, счастье есть. Счастье есть. Покажи, помогите, пожалуйста. Наш любимый АТБ. Не просто так мы любим магазин АТБ. Не только за дешевые цены, но и за добрых сотрудников. У нас вон есть запаска. Нам нужно просто это сменить. Я пока выключу фонарик или нет. Держи мой фонарик, свети им. Я хочу олимпийки достать. Холодно. Нам помогут? Да. Держи. Да, ребята, бывает все. Главное не паниковать, сохранять позитивный настрой. Ну, пробили, ну с кем мы, саранча. Вау! А, пока! Когда-то я в туалете на улице писала, и мне на ногу прыгнула саранча. Я чуть не это там... Так, когда-то с ним не громко, тебя снимай просто. Ага. И не все подряд. Периодически.
Думаю, не затягивался колеса. Сильно? Ого. Ого. Сейчас может. Слава Богу, хоть секретку додумались. Пробочка маленькая из-за нас. Сейчас приеду милиции. Ага, девку, попали. Ага. Знак аварийной остановки немає. Да. Немає. Искала, не нашла. Уверена была, что есть в багажнике. Коробка автомат или? Да. То есть не поїде нікуди, да? Не поїде. На паркингу стоїть, правильно? Ну да. Вот и тут. Бабушке сколько? Бабушке 56. Потому что я тоже уже дедушка. Да? Да. Давно? Да уже 3 года. А, я внучка. Она внучка 18. Как? Ключ немцы классно придумали. Да. Блин, что? Ладно. У меня же рука вылетит. Вот, ну давай. Так, чтобы не закрывать аварию. Ага. Хай проезжает сей. Ага. А потом мы будем вытягивать. Колпачок. Колпачок поставить, а потом я отползу. Хорошо. Договорились? Да. Портировать колеса я еще сама не научилась. Это физически как бы. Но попытки были, да. Они очень тяжелые, потому что колеса. Ты пыталась когда-то? Да. Я пыталась, я вынула колесо запаску из багажника и поняла, что нет, это да, все. Оно такое тяжеленное. Мне хватило только его вынуть, поставить возле машины. Оно при свете не было. Да-да-да. Я попал. Так. Ну, ну сюда не вижу. О. У тебя светит? Точно. Мы не закручивали. Ага, да, у меня она. Да, все. Да, куда, на Черкасы едете? Да. На Черкасы, сам город, что здесь?
город? Ну, сейчас вам доехать папу туда. Только ж не стартуйте там. Вы больше запас перемены. Ага. Круче знаешь, что ездит? А? Круче знаешь, что ездит? Кто? Не той, кто крута машина, а той, кто выезжает до пункта назначения. Да. Особенно типа, ноги. Ой. Я їхав якось на, то ли на Кам'янець-Подільський, не пам'ятаю. Да, десь туди, по-моєму. І теж і дівчинка, так само, як ви, голосує. По-моєму, Катік Фольксваген. Стою. Теж колесико, там дві ямки такі, їх прекрасно знаю. Мало того. А в неї ще й грудний ребенок. Ой-ой-ой. І откуда це ти їдеш? З Хмельницького. Ого! Молодець. Там скільки кілометрів 120. Так. Може, достатньо 100 гривень. Дивіться. Це уже все барахло, вже дома будете собирати там. Так, да, так, все жити. Як вам сподобалося, правильно? Конечно. Да. Пока я смотрю, что барашек отсюда, ага. А той барашек я не знаю. Он у меня в кармане. Все. Вложим так, бо если я туда всунуть, то я забуду его скрутить. Не, оно начнет тарабанить и будет создавать дискомфорт. Поняла. Все. Подождите, 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 секундочку. Нет, стой, стой. Нет. Догоняй, догоняй. Нет, нет, спасибо большое, ну хотим отблагодарить, ну перестань. Да, спасибо большое, удачи вам, всего-всего самого хорошего. Не взял денежку, ну блин, закрывай багажник. Да, желтую штучку. Желтую штучку, а это от нашей запаски. Так. Желтая штучка ваша. Так, давай. Штучку. Держи телефон. Я не знаю, как он называется. Коробку надо, или пускай же сзади лежит. Так, все, у меня вот это в багажнике. Все, пускай тут все лежит, эту штучку я забрала. Вот это нам просто посчастливо, кажете, кто кажет. Садимся. Видите? Не зря мы любим магазин АТБ. Потому что хорошие там люди работают. Спасибо тебе еще раз. Подписывайся на канал В. Виктория.